Всем привет, дорогие друзья, с вами Йорныч, сегодня у нас 8 число, четверг, это означает, что завтра пятница, это круто, и там выходные. Я очень плотно поработал на этой неделе, поэтому и жду выходных, надеюсь, вы также. Единственное, что омрачает, это осень, дождь, слякоть, холодно, ну, блин, кому как, не знаю, кто-то даже и кайфует от такой погоды, но я постоянно хочу спать, поэтому спасаясь разными там чаями зелеными, да, там, или разными приколюхами в виде кофе. Кофе прохладный, можно теплый попить, всегда взбодрить, но главное не переусердствовать, это еще такое, на поджелудочную действует печально. Поэтому, не знаю, как вы спасаетесь от осени, напишите, мне будет интересно. Ну и что мы с вами разберем? Сегодня все, что нам доступно в почноте 1.98, ну и также изюмом или десертом нашего видеоролика будет как раз таки система питомцев. Хаять не буду, функционал такой же, как и гравировка, пусть будет, это круто, спасибо разработчикам. Ну а донатеры как донатили, так и будут донатить. Киты, они на то и киты, друзья. Ну и поэтому к этому еще хотел бы сказать, что если у вас есть бабусики и вы не знаете, как их закинуть в эту игрулю, пишите нашему дилеру Легарде. Ссылочки в описании, там есть телега, ВК, он играет на глобальном серваке, поможет, пруф и есть, чувак проверенный. Без проблем, бабосы вам закинет в игру, да еще и дешевле купите паки, так что обращайтесь. С чего начинаем? С того, что в игре добавили достижения, вы их потом получите, кристальчики заберете, это тоже все ништякос. Также есть тема о том, что появится два новых героя, Доля об этом сказала, что они взяли какое-то задание и пошли туда куда-то его выполнять. Видимо, к патчу 1.99 2.0 они это задание выполнят и в игре не появится. Главное, чтобы эти герои были хорошие, мы их могли взять бесплатно и использовать везде, потому что гарнизонная служба — это еще та шляпа, которая меня бесит, и мне очень жалко новых игроков. Ну серьезно, лучше бы мы брали героев по старинке, копили бы ресурсы и их обменивали, но, к сожалению, разработчики говорят, что это несправедливо, друзья. Далее переходим в библиотеку, союзы, получил союзы у нас из Белки и Раку, история 20 страниц, короче, почитайте. Я перед сном там полистаю, а сейчас нет желания. В общем, получили они бонусы в часовом и процентном соотношении, это усиление, и во многих режимах это будет работать. Но в каких-то конкретных иногда бонусы библиотеки союзов, они просто не работают. Но два героя часто используются, как в PvP, так и в PvE. Я думаю, вы тоже от этого получите только большие жирные плюсы, так же как и я. И я думаю, что все остальные герои рано или поздно появятся тут в виде союзов. Спасибо разрабам. Также в игре у нас добавили осеннюю тему, темный лес, Ренхерн, в общем, гостиница Дубовой Рощи, печаль печальная, но все, кто давно играет, они это все знают. И поэтому мы переходим уже к нашему десерту, друзья. Это вот как раз таки питомцы. В общем, вы можете получать приманки после прохождения 15 главы. Вам за каждую главу компенсируют определенное количество приманок. Также вы их будете получать в АФК награде. Тут будут у нас эти бистовцы, такие приманки, короче, в виде красивых шняк. Я вам сейчас их покажу. Ну и в быстрых наградах вы тоже их можете получить. В разных событиях тоже эти приманки будут добавлять. Кто не смотрел разбор патча, посмотрите предыдущий видеоролик. Ну и когда вы залетаете в бой, в одну пятерку вы можете поставить одного питомца, а у нас их 6, 3 простых и 3 легендарных, да, то есть вот потом их будет еще тоже добавлять. Питомцы у нас дают бонусы, также они получают разные приколюхи в виде навыков на 3, 6, 12, 18 уровне, сегодня все разберем. И эти приколюхи все будут помогать вашей команде уничтожать противников. Вот так вот, друзья. И что еще хотел сказать тут? Да, по-моему, все. А, ну и питомцы качаются своими же копиями, то есть по принципу героев. То есть если выпадают повторки, вы просто с помощью этого прокачиваете дальше питомца. Ну и теперь мы переходим с вами непосредственно к Beast Grounds. Но еще в почте они, кстати, сегодня прислали письмо и написали, что открыли какое-то там нового питомца, поэтому нам дают опять приманки. Одна из 7, значит 7 дней подряд мы будем получать эти ништяки. Так, Beast Grounds, в общем, тут вот прокачка питомцев, доступен пока вот этот вот унылый, да, по-другому его никак не назовешь, унылый мяч. Здесь мы будем ловить наших питомцев, тут вы можете также поставить типа список желаний, вот эти, да, фиолетовые, ну, а я их назвал легендарные, хорошо, это элитные, да, но их можно потом дальше, я так понимаю, прокачивать. Бист, это питомцы, здесь прокачиваются своими же копиями, и портреты — это все питомцы, поэтому давайте каждого разберем.
Вот этот угрюмый мяч, он, соответственно, получает тут определенные характеристики при прокачке. Эти характеристики добавляют вашим героям. В общем, тут есть также сопротивление магии и новые параметры. Новые параметры тоже потом почитайте у каждого героя. Мы уже о них там как-то кратко говорили также. Ну вот, магическая эффективность, магическая неэффективность, магический урон. В общем, если вот так вот зайти, допустим, в какого-то героя, ну не знаю, там Талену давайте возьмем. Вот, видите, магическое подавление, магическая эффективность. Окей. Есть также еще вот два внизу. Ну, короче, это потом вы все почитаете. Там, по-моему, соотношение по принципу интуиции и выдержки. Чем больше интуиции, тем меньше выдержки проходят дебафы. Видимо, магический урон и магическое вот это вот, как там, подавление влияет на эффективность. Ну да. Чем ниже вероятность снижения урона. Вот, окей. Все понятно. Переходим обратно к питомцам. В общем, первый у нас мячик. Что у него по характеристикам в истории? Он невысокий, 15-20 сантиметров. Любит он, короче, типа пробивать или таранить. Не любит сюрпризы, особенно длинные рога. Также написано, что очень странное существо появляется из ниоткуда после первой там какой-то войны гипогейской. Их часто можно увидеть неожиданно пересекающие местность, и встречаются часто они на болотах. Говорят, что те, кто слышал их вой, впадают в полное уныние, друзья. И, короче, те, кто это все слышал, они становятся несчастными. И из-за невинной внешности их часто делают типа в качестве домашних животных. В общем, вот такое вот создание. Что дает навык? Навык достаточно у них тоже интересный. Написано, что, короче, угрюмый мячик типа издает громкий рев и наносит звериный урон по всем противникам. Это шестой уровень. Потом 12-й. Противники, пораженные воем, впадают в отчаяние и теряют очки параметров ускорения и защиты. Ну, неплохо. И 18-й уровень. Угрюмый мяч наносит дополнительный урон в количестве, основанном на параметре максимального здоровья противника. Чем больше здоровья, значит, тем больше он наносит урона. Следующий у нас вот этот тоже мячик в виде лохматых ушей. Ему, кстати, дали прозвище в виде длинной пшеницы, соотношение, да, потому что, видите, ушки в виде пшеницы. И он, получается, тоже 15-20 сантиметров, заметьте, да, любит спать, не любит насилие. И вот там его соотношение к пшенице. И тип пушистые. Написано, что лохматые уши – это мягкие белые животные, которые существуют рядом с людьми. Они общительны и любят путешествовать вместе. И возвращаются туда, где есть солнце. И обычно они типа тусуются группами по 2-3. И легенда гласит, что они были сделаны так, из какой-то там эссенции божественного света, поэтому их часто можно увидеть в храмах и других подобных местах, наполненных вот этой божественной эссенцией света. Они были названы в честь длинных колосьев вот этой пшеницы, друзья, потому что их как раз сравнивают. Ну и давайте навык. В общем, что тут написано? Написано, что лохматые уши громко, типа, короче, провозглашают или говорят там какое-то благословение и восстанавливают здоровье всех союзных героев. Все здоровье, которое превышает 100%, будет преобразовываться в щит. Это вот как раз шестой уровень. 12-й. Уши получают большое количество звериных очков энергии в секунду. И на 18-м лохматые уши также способны снимать негативные эффекты, которые будут получать ваши союзники. В общем, ну, негатив снимает, прикольно. Некий такой Фокс, да, своей ультой Херакс и снял негативные эффекты. Так, следующий это у нас какой-то там зеленый травяной шар. Короче, тоже такой специфичный пет, что могу вам сказать. Так, и у него там, что там по истории-то, 15-22 сантиметра, пушистый, любит поселение, или что это, сеттлинг. Так, пушистая ярость у него, особенности и тип пушистый. Короче, очень пушистый. Написано, что травяные шарики – удивительные существа, которым нравится прятаться в кустах. Они передвигаются, прикрепляясь к животным и каким-то там, ну, типа экипажам, фиг его знает. Часто встречающиеся в дикой природе, они напоминают большие кустики травы, которые, колышась на ветрах, меняют свое hence their name. Меняет свое название, что ли? Или что? Что-то я не понял. Ну, короче, окей. Вот такой зеленый чувак. И что он дает? Дает он травяной шар, направляет вперед поток воздуха и повышает параметр уровня атаки и критического урона союзных героев. То есть как раз можно, в принципе, на боссов ставить, да, если будет работать. В начале битвы травяной шар получает дополнительные очки звериной энергии, и на 18 уровне
сила положительного эффекта, накладываемая травяным шариком, увеличена. То есть он будет увеличивать атаку и критический урон. Ну, в общем, такой вот бафающий чувак. Дальше у нас идет этот, короче, полярный медведь, друзья. Тоже интересный такой пет. И по описанию он очень высокий. Вообще вот эти все дальнейшие питомцы, они высокие, друзья. Видите, 135-170 сантиметров. Любит холод, не любит жару. И написано, что особенность — это густые длинные волосы. Хотя это какие-то у него уши, да? Или это волосы? В общем, такой... Чем-то он мне напомнил собаку. Знаете, есть такие собаки белые, пушистые. Просто это какая-то отъевшаяся собака и с большими-большими лапами в виде кулаков. Короче, написано, что он, типа, короче, родом из каких-то полярных районов. Вот так вот, да. Белый медведь. Белых медведей видели лишь немногие счастливчики. Многие видели только их таинственные следы на снегу в предгорьях. И также написано, что согласно каким-то легендам, у белых медведей густая шерсть, рот полный там зубов острых, как скальпели, и придачу у них очень злобный нрав. Но на самом деле они типа нежные, мягкие существа и только разорвут того незнакомца, который явно враждебен, ну типа враждебен к ним и вторгается на их территорию. Ну конечно, на хату зашел, надо порвать чувака, да? Они не нападают... Подожди, они не нападают типа на тех, кто их не провоцирует. Пока вы держитесь на приличном расстоянии от них, вы можете определить... когда вы держитесь на приличном расстоянии от них, их не провоцируете, они вас не нападают. И также написано, что вы можете определить их возраст по узорам и цветам каких-то двух миров на их головах. В общем, вот такой вот чувак. И что у него за навыки? В навыках написано, что открывается тоже 6, 12, 18. Полярный зверь... ударяет о землю, распространяя морозный воздух, нанося звериный урон всем врагам. 12. Навык бросает ледяные осколки на пораженных вражеских героев и снижает защиту и скорость цели. В конце своего действия вот эти вот осколки расширяются, типа, ну там как-то больше становится, и наносит звериный урон в зависимости от максимального здоровья цели. То есть чем больше здоровья, тем лучше. И на 18-м, когда цель подвергается первому эффекту контроля во время... использование ледяных осколков, враги, окружающие цель, получают звериный урон и замораживаются. Прикольно, то есть некий элемент контроля в виде заморозки. Потом у нас идет огненный зверь, друзья. Тоже достаточно такой большой пет. Любит тепло, не любит холод, острые когти и тоже из наших, короче, бандитов пушистых. Так, и тут написано, что... Что-то какой-то залаган, короче, у меня произошел. Тут написано, что он огненный, и это огненные существа, которые бродят по вулканическим зонам, примечательные своим, типа, обугленными там рогами и волосами, и часто сопровождаются искрами пламени. Они также обладают вспыльчивым нравом и считают всех живых существ врагами. Вот почему на их территории почти не видно других существ. И приручение их – это невероятное событие для вас. Вот. Но, однако, если вам удастся это сделать, короче, это все окупится, поскольку они будут лояльны к вам как к своему единственному, типа, союзнику или компаньону. Поэтому очень преданные, как и собаки, друзья. Вот. Вот так вот. Так, что у него там с навыками? Написано, что огнедышащий зверь бьет по земле, высвобождая потоки лавы, нанося звериный урон врагам вокруг союзного героя, который нанес максимальный суммарный урон противнику. Окей, 12-й. При использовании этого умения этот зверь создает участок лавы, который перемещается вместе с союзными героями. Все противники на этом участке теряют здоровье в течение определенного времени, которое пропорционально преобразовывается в очки щита союзных героев. В общем, все, что он потеряет, противник, здоровья, это будет щит для союзников. В зоне действия участка лава вражеские герои не смогут восстанавливать свое здоровье. И 18 уровень, в течение 6 секунд после применения этого умения, союзные герои, нанесшие максимальный суммарный урон противнику, получают бонус к нанесенному им урону и становятся неуязвимым к эффектам контроля. В принципе, это прикольно. В общем, такой атакующий пет. И теперь наш дракон. Кстати, он такой прям какой-то самый заряженный, да, вроде. Ну, блин, не факт. Ледяной и огненный тоже прикольный. Зовут его Острие Клинка, Красный Дракон. История говорит, что он высокий, любит
типа драться, не любит провокацию, особенности красновато, reddish brown blade, да, там что-то написано, ну, в общем, красновато-коричневый клинок, да, или что, тип членистоногие, вот так вот, членистоногие, в общем, что он тут написано, что острие клинка живут на выжженных просторах. Этих красновато-коричневых рептилий легко узнать по характерным костяным рогам на голове и острым шипам на спине. Потом какие-то жильцы пустыни говорят, что клинковые, ну вот эти вот, короче, острие клинка, вот эти драконы являются потомками гигантских драконов, но их доля, ну или типа их родословная значительно уменьшилась, а, или их популяция значительно уменьшилась за поколение эволюции. Типа так что-то такого. И написано, что тем не менее они по-прежнему являются грозными существами, которые могут нанести колоссальный урон своими острыми зубами и лапами. В тяжелых случаях кровотечение из таких ран невозможно остановить даже с помощью лечения. То есть, типа, знаете, если порезал, то все габелло, короче, вот так. Ну и давайте посмотрим, блин, навыки, выпрыгнул. Написано, что острие клинка бросается вперед и смыкает свои когти на цели, нанося звериный урон по одному противнику, то есть в одну цель. 12. Каждые 6 секунд боя острие клинка, или там какой-то, типа, подождите, Blades Deals Attack. Ну, короче, да, что-то острие клинка проводит атаку, наносит звериный урон одному вражескому герою, одновременно будет накладывать эффекты, типа какой-то будет накладывать фокус на героя с наивысшим рейтингом атаки. Когда герой получает этот эффект, использует свои уникальные умения, этот эффект пропадает, а урон от применения умения увеличивается. Ну, короче, что-то я эту херню какую-то перевел, не могу понять немножко, вот. Окей, и 18-е, если острие клинка проваливает попытку нанести урон противнику, дополнительно нанесет звериный он урон один раз, этот эффект может быть, типа... А, он типа может быть суммирован до двух раз, и вражеская цель, пораженная этим эффектом, будет терять свое здоровье в течение определенного времени. Что-то как-то вот на 12 что-то там замудренное вообще, ну, блин. Короче, вот такие вот питомцы. Ой, ну и что, пойдемте ловить. Короче, вот здесь вот мы список желаний ставим, подтверждаем. Причем вы не можете поставить, допустим, двух, вы обязательно ставите трех. Вот так. Шанс... Зеленый 52, синий 45 и фиолет 2,5%. У меня 2917. Пожелайте мне удачи. Коробка. Вот так вот, да, мы получили какие-то гребаные цветы, спайс материалы и получили вот этих вот синих приколюх. Ну, давайте, короче, мы сделаем следующим образом. Поставим X2, потому что это, ну, это дичь какая-то. Так быстро вообще. Полетели. Чё, шанс-то будет на какого-то пита? А то я только получаю синюю шляпу всякую. Ну, то есть это третий, да, призыв? Бам. Снова никакого нету. Четвертый. Снова нету элитного. А тут получается, тут как заполняется какая-то шкала на какую-то там специю. Типа, которая, наверное, повысит шанс, да? Опять всякая херня упала. Опять. Это уже какой мы открыли там? У меня было 2900. Ну, короче, 6 раз мы открыли. Ну, наконец-то. Привет, то есть мы выбили вот этого чувака огненного, да? Огненный зверь. Окей. Огненный зверь первый в копилочку упал. И то это получается 7-го прокрута. Че, каждый 7-й, что ли? Ну, давайте считать. Это первый был. Не везет на него. Окей. То есть тут все-таки, видимо, никак... У нас в Астрозале, да? Но хотя там тоже через пятую точку все падает.
Так, вот он морозный выпал. Морозный, кстати, по описанию мне нравится. Но я думаю, что мы точно выбьем. Хоть раз до одного выбьем. Да, огненный дракон упал. Так, тут ничего больше не падает. Опять ничего не упало. Синева, синева, синева. Один дракон, один ледяной и один толстый. Огнедышащий зверь. Тут опять ничего не падает. Дракончик. Это уже вторая копия дракончика. Так, тут опять ничего не упало. Ну, с учетом того, как это падает, друзья, чтобы прокачать до 18 уровня, ну, это будет жесть. Так, это уже третий раз копия падает этого питомца. Ну, это капец, конечно. Я думал, ну, хотя бы дабл упадет. Дракон. И здесь больше ничего не падает. Ну, и давайте один раз. И падают цветы. Чё, ну, давайте. А, типа вы сюда выбираете, и этот чувак вам выпадает, да? То есть, когда вы заполняете шкалу, вы можете конкретно получить какого-то пита. Окей, и чё, и как прокачка осуществляется? Новый уровень. А, типа вы, короче, здесь есть бафы. Здесь есть agility buff, здесь есть range buff, друзья, да? Вот так. То есть, когда вы хотите повысить уровень, вы просто повышаете уровень. Strange buff. Ну и, в общем, друзья, мне нападало много осколков. Я вот прокачал, получается, больше всего вот этого темного питомца. Strange buff, то есть, интеллект buff, да, там, то есть, вот это все вот. Ну и тут вот на агилити баф у меня еще пока не хватает осколков. Ну, в принципе, я ему уже, считай, красную и синюю полностью прокачал. Также этих качнул, кого-то тут на 4 уровень, этот уже на 12. И на каждого у вас питомца выпадает определенное количество осколков, чтобы качать, вот, естественно, показатели. Ну, в принципе, круто, что? Что могу сказать? Это тут прям забущенный чувак. Хотя, смотрите, у этого 4, да? А вы посмотрите... Какой он будет, когда у него будет 18-й. Там показатели вообще будут просто крутые. Ну, в общем, прокачал я вот так вот питов. Теперь мы залетаем сюда. Здесь мы оставляем этого чувака. Во второй позиции мы можем сюда поставить, я не знаю кого. Ну, давайте вот этого чувака. Тоже, да, надо исходя из команды ставить, чтобы вы понимали. Потому что у каждого питомца свои особенности. Обязательно их изучите. В принципе, мы навыки разобрали, но потом еще раз прочитайте. И коль у нас тут этот прокачанный чувак, давайте посмотрим. А, ну вот, у него, видите, сверху заполняется шкала. И там пошла жереха. Ну, короче, вот так вот это и работает. То есть его особенности срабатывают, и он там начинает всех карать. Ну, что-то покарали нас здесь, хотя мы должны выигрывать против этого противника. Сейчас грыжа, если ультанет, пойдет жара. Автоматический бой. Нас вынесли, но мы были близки. Короче, вот так вот работает, друзья, система питомцев. Будем собирать приманки. А вот это что за хрень? Ингредиент. А, типа каждые 300, короче, мы будем синтезировать в секретную специю. И за секретную специю вы можете получить одного вот этого какого-то там элитного питомца. В общем, 300 растений собрали. Супер. Ну, в общем, вот такое вот обновление. Не знаю, понравилось оно вам или нет. Ну, система питомцев, она будет по-любому расти, и, соответственно, чтобы правильно комбинировать их команды, вы должны знать не только героев, как они между собой классно взаимодействуют, навыки, их именной предмет, мебель. Теперь вы должны знать еще, как работают питомцы, потому что под каждую команду можно поставить своего питомца. Ну и, соответственно, вот так вот будем и играть. На этом все. Если было интересно, пальцы вверх, а мы с вами скоро увидимся.